Всем привет! С вами Леон, Денчик и Джим Уэст, и мы продолжаем играть в Самп. И сейчас будет весьма такое эпичное событие. Мы едем покупать мне дом. И это будет очень даже, думаю, круто. Очень хорошо. Вот. Где ты хочешь вообще дом? В ЛС или в СФ? В каком городе хочешь? Ой, я слушай, даже не знаю. А в Лас-Вентурас что? Ну, давай лучше в этом, в Сан-Фьерро, потому что... ты же в армии, ты куда вообще в армии хочешь? На зону 51, ну вот это, справа там, который... Или на корабль, а наверное корабль. Лучше на зону 51. Ну тут дом стоит 2 миллиона. Ага, ну понятно, ну у меня тут денежки, кстати, появились, 740 тысяч. Это мне все люди приходят, заходят, регаются, качаются до третьего уровня, вот. Плюс мне еще тут докидывают, люди меня встречают, я им автограф выдаю. Так. Ну тогда ладно, поехали, если по финансово выгодно в Сан-Фьерро, то тогда уж быть так! Вот это ДТП, вот это да. Что, РП будем отыгрывать? Ну блин, если он не уедет. Это да, ты пес! Уехал. Где он? Который из них был? Он уехал, да вот тот, блин. Да кому-то они уже уехали давно. Уехал, вообще. Но он РПшник. Поехали, догоняй его. Средний фингер ему показать вдогонку. Вон, особенно Джим, там, своим нигерским скином. Йоу, мазафака. Вообще, да, классно. Еще с такими шапочками. У нас тут вообще такая разносортная получается, это... компашка едет в машине. Чё за бред? Ой. Никого не кикнуло, парни? Нет. Нет, оо. Печальная история. За что я люблю этот самп? За неожиданный дисконнект. Да. По подозрению в читерстве еще, да? Да, да, да. Сердцу напишешь, может он с тобой, там мы пока дом поедем покупать, ты там подъедешь. Ох, красота. Как я обожаю этот зимний текстурпак, я вообще зиму люблю. Прикольно. Мне не установить этот галимый мод. Че тут? Че ты подробнее там расписал? Я вообще-то, вон, вот этот грант, это, Леон, Лёва, короче, это, расписал там все, можешь скачать у него на видео, ты потом скинешь. А, ну я в описании там оставил под видео этот патч, там вроде более доступным языком попытался описать, как установить этот патч. Mm-hmm. Ну, тут все в принципе просто, там этот файл GTA 3, IMG, там находятся все вот эти вот объекты, и получается нужно их просто заменить. А если обратно вернуть, это нужно переустановить игру, получается. Ну или просто копию вот этот GTA 3 перед тем, как с заменой менять. Знаешь, объекты. Что сейчас попробуем сделать? Ну, в принципе, просто там все интуитивно, понятно, думаю. Либо давай тогда попробуем сейчас. Сейчас я не знаю, да, пока. Попробуем тебе дом найти, так, ну, кто онлайн, какой домик выберешь, там, если этот игрок онлайн, можно у него выкупить его будет. Спросишь его цену, и мы типа дам. Ох уж, ох уж. Ты реально уже, наверное, задолбался, да, бегать там? Мне нравится вот этот розовый. Да, давай. Нет, а ну хотя, ну давай вот этот самый первый, который приглянулся мне. Розовый. Розовый, да. Так. Онлайн? Офлайн, так, давай вот этот попробуем рядышком, который стоит. И что думаешь, люди просто так будут брать и продавать? Ну да, можно договориться будет. А, нет, не могу разбить забор. Ну, оп. Тогда, давай дальше. Вот этот вот замечательный выглядит. Просто бегать и ходить, долбиться в дома. Никого нет дома. Воруй не хочу. Смотрим, дом продается или не продается. Не продается. А, тут еще написано, да, класс. Номер дома. Ну да, все написано. Так. Прикольно. По домам шарится так. Мне, пожалуйста, поближе вот к этой вот лавке хиппарей, знаешь, там типа продают кальянчики там всякое. Так, это тут парни, знаю. Марк Картер вам привет передает. Всем привет передает вообще. Круто, спасибо. Добрый парень. Без тебя. Шо? Так, тут еще. Да я уж не такой добрый. Почему? Ну не знаю. Ты злостный? Он черный ганста. Просто злой ниндзя. Ой, я нашел тебе дом, который можешь купить. А почему вот эти домики здесь нету, вот этих? Ну я одного онлайн нашел, вот можешь ко мне бежать. Тори Алипа. Так, нашел, да, один? Да, онлайн.
Ой, я хочу с видом на океан или еще что-нибудь такое. Зачем мне обычно видом на какой-то маркет и на дерево, белое дерево. Первый дом всегда должен быть таким простым. Ну да. Ох ты, ничего себе. Вот смотри, с решеточкой даже есть. Калибочка. Вау, офигеть. И что сейчас теперь можно ему... Это, пиши ему. И пробивай и черточкой, и ты его не пиши так половину ник. Так, секундочку. Интерьер тут прикольный, я ж могу через рам вламываться, знаешь, рам вламываться. А, ты зашел в его дом, что да, ли, обалдеть? Да, вломился, по, ну, команда у меня есть, ФБР. Так, что-то я не могу опять вызвать окно. Нормальный дом. Эй! Я не могу теперь посмотреть его ID и ник. Ну, далеко вот сюда. Теперь обратно. Так, хорошо. Ага. Хорошо. Номер дома 500. Где вы есть сейчас? Мы, сейчас скажу, квадрат. Блин, она... А, квадрат N2. Тори Олип. Где я еду? Окей. Так, так. Тори Олип. Давай найдем нашего... Интересно, вот тут. Аптечки есть, я хоп, аптечку у меня стырил. Что-то, что-то. А, ты аптечку у него взял? Да. Тори Олип, так, продаж. Давай я напишу продаж дом. У него ты нашел, да, ID его? Окей. О, он сказал, да, продает дом, отлично. А то некоторые говорят, твоя цена. Сейчас спросим, сколько он. Подает его. Если что, по скидосу там это возьмем. Все будет. Неплохой вид, я тебе скажу отсюда. Mm. Ну да. Отлично. Мне тебе деньги надо передать, но у меня нет, деньги мне, я, по 1000 сам, передавать. Ну, 2,2. За... Чё? C-класс за 2,2, что ли? C-класс. Антон. Ау. 2,2 C-класс нормально? Ну, а где, в каком городе? В СФ, в Муравейнике. Ну так, ну и. Какой класс С за два муравейника? Давай да нет, это скажу, много, это че. У них там гослям, смотри, сколько он себе накидывает. Да ладно, гослям. Да, у меня дом там был когда-то, там гос, цена. Да, там миллион. Гос, один какой-то, что за бред. Так, теперь мне поподробнее, я с этими. Государственная цена дома, если просто без хозяина покупать государство, ну, государство, то один КК, типа, он дает. Да не, класс С в муравейнике за 2 миллиона, много-много кабудов. А какие классы есть? И как ориентироваться по ним? Что дороже? Ну, А, Б, С. А, Б, С? Да, ну там есть С еще, Н. Но это на С уже, можешь не смотреть даже, это вообще... Эпик. Фига бабок надо. Понятно, S-грейд, это ну всегда. И на А тоже бабок так, много надо. Нужно деньги снять. Вот сюда или... ABC. Ну, C, короче, получается самый такой дешевый вариант. Да. Нет, самый дешевый нуб. N. N? Ну, окей. Да. Типа, no. Так. Enter. Да, у меня, кстати, там уже денежки лежат. Ну, у меня тут в машине какой-то Джек Воробей сидит. Посмотри, баланс домашнего счета. Так, снять еще. Ой, не домашнего счета, а посмотри, сколько снять там, ну и нажми 500. Снять. Сколько снять? Сколько у тебя осталось? Иди, иди, иди. Так, во. Чёрточка прям. Так, баланс домашнего счета, опа. Вы не владеете домом, окей? Нет, не баланс домашнего счета, а снять со счета и 500 сними. Так, ну я снял, но у меня 500 нету. У меня с собой сейчас... А, 500 нету, да? Да. Так, баланс счета. У меня 51 тысяча осталось. И вот так, 50 да, снял. Итого у меня получается без 10 900. В общем, как-то так. Куда бедно. Как-то наскреб. Ничего не делая. Так, ладно, поехали. Да, ждите, ждите, стойте, я подъезжаю, я уже в СП. Ну, я его уломал за 2,1. Леон, тем более. Вот здесь зона нормально было бы. Ты нифига хулиган, я тебе скажу. Как так-то? Жестко вообще. Там он выпрыгнул-то, стой, да я сейчас сяду за руль. Ладно, допустим. Видишь анимация? Да-да-да, видно. У вас нет столько денег. Банк? Смотри, сколько бомж хочет положить, что за бред? Да это он так, наверное, чисто. Ну да, 23 миллиона угорает.
так, типа палочку забыл поставить. Ну, да, да. Я пишу банк и сумму. Что это сумма? Это я ложу или забираю? Ложишь. Так, ложу, понятно. Хорошо. Антон, у Антона типа много денег. Так, все, положил. И на балансе у меня получается 2 миллиона 800. Ну вот, все отлично. А сколько с собой? Ну вот, вообще, ты можешь даже класса Б купить. Да практически. Так, допустим, пока такой будет, и деньги еще купит эту машинку. Да? Машинку, наконец-то, а то я уже запарился. Колес. Садимся в Mayday. Только я не буду уже Mayday делать, не парься. А мне просто добавили, ты вот нифига Mayday сделал. Вы это видели? Это было трех городское очко. Так, да, отлично. Не розовый. Выходим. Чё не розовый? У тебя шоточкой. Купит. Так, войти. Ага. Так, смотри, сколько там, чтобы, ну, внимательно, чтобы... Сейчас команда высветится слева в чате синяя. И смотри внимательно, чтобы у тебя, ну, там было 2 и 1 какая. Ну, что вдруг он сейчас тебе там за 2 и 2. Ага, понял. Ту-ту-ту-ту-ту-ту, кто на кап... Если что, с тобой два ФБРовца, они просто это... Еще и два. Это, наверное, просто... Два свидетеля, люди в черном. Все, хорошо вроде. Так. Купить дом. Давай, покупай. И... Так. Хоус. Отлично. Все, отлично. Внимание, только каждый час вашего дома будут снимать коммунальные платежи в размере 150 тысяч. Гранд Леон! Вот где Леон живет. Я не хотел. Теперь Леон живет вот в этом доме. И вот его мопед. Класс! Мопед? Какой еще мопед? Да, вот твой мопед. Вот, мой вот мопед? У меня что, личный мопед есть? Да, теперь? Все, да, у тебя вместо машины мопед. Черточка лог пиши. Когда у тебя будет машина, здесь будет стоять машина. А пока у тебя нет машины, здесь будет стоять мопед. Вау, все, класс. Все, черточка лог и все, и закрыл. Ты будешь медленно ехать. Стой, на домашний такой счет деньги тебе положить срочно. Офигеть! Что... А, иначе что? Если я не буду оплачивать вовремя аренду. Поехали, короче, Антон. Инфа не надо. Открой, подожди, стой, у тебя открыт сейчас? Да. Все, давай, поехали. Что-то так, пополнить домашний счет. И на месяц это получается 150, да, умножить на 30, и того получается весьма слабенько. А, тут вот даже написано, да, на месяц. А, ну то есть считать не надо, уже хорошо. Домашний счет 108 тысяч, отлично. А если я, допустим, не буду платить? Ну, все, у тебя дом пропадет, ну как бы государство его заберет. О-о-о. Теперь поехали покупать тебе машину. Все, теперь тебе не придется, когда тебя убивают, появляться на реестре дома, там транспорт твой будет тебя ждать. Это вообще будет... отлично. Именно этого мне не хватало вот, очень все, давно. Вот, налево. Налево, вон, сзади был. Так, сейчас я подойду. По-моему, я уже немножко... Да, без разницы, тоже можно было. Направо. Так, ага. Вот, давай вот сюда. Прям так, оп. Вон, видишь, кар-шоп? Ага, вижу. Я тоже сейчас зайду. А как закрыть его? Тоже опять написать лог, да? Да. Чтобы не угнали, все время скрывать. И вот, короче, нажимай, знаешь что? Ди нажимай. Ди, класс. Ищи себе машину. На E и Q у меня. И цветом тоже. Ну там справа есть меню, можешь разобраться. Кто-то по мне стреляет. Ну да ладно. Выберите класс машин. C или D. Так, еще раз. Ди. У тебя денег на синих пальцах. Так, хорошо. Опаньки, какая прям. 340 стоит. Ух, обалдеть. И как менять их? Ну, на Q или E. Чё, я в офисе, а вы где? Ой, на Q это уже купить. Вы собираетесь купить в семье, если у вас уже нет какой-либо трансфер. Да, ну там последний справа такая иконка высветилась. Так, сейчас погоди. Типа как, вон, нашел, как цвет менять, хорошо. Ой. Денис, вы где, говорю? Мы в салоне. Что-то я не понял, как надо менять саму машину. Вот видишь, там next last справа, так. Такая табличка, и там показано. Да так есть next. Что у тебя написано? Ну это интимное, ну 4, так, да? Что-то это цвет не работает, зараза. Не работает. Вот и на е не работает. На Q.
На Q уже купить. Как будто, знаешь, вообще одна машина только. А, у тебя управление, походу, это сменил ты, да? Ну, у меня как бы да, ну и несмотря на это, я как бы могу все равно. Ну, на стрелочке попробуй понажимай там. На так, интерцепт, так. Потесни что-нибудь, клаус. Так, ну это все работает, это понятно. Last, так это все работает, но нет, машины, короче, не переключаются. Есть ли шанс, что все-таки это одна машина только доступна? Так, а что если я попробую C? Просто хотя бы поюзать можно ли? Так. 9. А что там за машина у тебя, кстати? Так, Эсперанто здесь, а там предлагают купить этот. Поменять так, можно, не знаю, что здесь. Там Бравуру мне предлагают. Так, тут Эсперанто, да? А там Эсперанто, да. И как ни странно, все равно нифига не меняется. Сейчас хотя все... секунду, у меня ну, почему-то на девятку меняется этот цвет. Чат. Что-то с чатом происходит. А, ну это у всех так. На нум-то. Ладно. Я сейчас я найду это Эсперанто. Необходимо быть за рулем. Так, не флуди. Это уже что-то понятно, это же старенькое все поперло. Тахома. Торнадо. Эмпайро. Так, мне, наверное, до настроения... Так, сейчас. Настройки, управление, стандартные настройки, да, вернул по умолчанию, будет неудобно. Так. И лодинг пошел. Все меняется. Загрузка. Да, лодинг. И жги. И опять раз нажми потом. Опять раз нажми. А, во-во, нашел, все, ништяк, поперло. Поперло. Все, ладно, ищи свою машину. Ищи свою машину. Купили машину, все. Не, покупаем. Так, и насколько я понимаю, у меня где-то 1500. 500 тогда знаешь, какую бери? Бери, если 500, Блиста Компак. Блиста Компак, о, ну она, да, она маневренная. Ну я и говорю, бери её тогда. Не сказал бы, что она прям моя любимая. Ну, не знаю, ну выбирай тут. Но она самая нормальная, можно сказать. Я в управлении какую-нибудь попробую. Sunrise можешь взять еще. Sunrise. Под себя. Так, ну, а, во. Так, а как насчет торнадо? Торнадо, да, вот, старинная, да, такая? Да-да-да, вот ну, я прям обожаю. Взять, прикольно. Вот тоже как взять. У меня была на Маджестике в свое время, на арбузовом масле. О, есть еще. Что за машину покупаете вообще? Бродвей. Z-класс. Да? Так, Бродвей есть, Тахома. Тахома. И все черные такие. Тахома. Ну. Ты можешь цвет менять. Так, у меня как будто, знаешь, игра зависла. Да? Угу. А, нет, не зависла. Все нормально. Менять так. На нум 4 и нум 6 цвет. Ага, я понял. Так. Ну давай. Да, конечно, в МТА с этим делом все гораздо шустрее и быстрее. Та-та-та-ра-та-та-та. Ну это же МТА, это роллплей. Выбирать все цвет под себя делать. Долго выбирать. Ну как? Я насколько понял, цвет вообще, по сути, остается на все время. Да. Ну можешь его потом поменять. В автомастерстве. Так, есть еще Вуду, прикольная. Так, Бобка. Я просто смотрю, и все мне как-то нравятся, что ли. Океаник. Хермес, Блиста, Компакт. Выбирай, какую тебе еще. Больше по рукам. И... По ногам. Ну да, и по двое. Так, по душе. Так. Блейд, клинок. Винсент, нет. Винсент не сразу вспомнил персонажа из Большого Куша. Ну, по-моему, точно такая же машина была, и там собака съела резиновую этого. Резиновую игрушку, потом свистела, когда кашляла. Угарный фильм. Так.
Ну, в общем, мне приглянулась Торнадо, потом Бродвей, такой, знаешь, ну, Бродвей немножко двухместный. Вообще, хотелось бы для практичности четырехместное что-нибудь. Ну, кто знает, может, Сентинел, этот страж. Ну, попробуй. Хотя... Здесь, походу, тренировка у нас, что-то приехали с ФПД, приехали. Что-то долго они мутят. Так. Бобкет. Бобкет, вот, кстати, рысь, у него сзади, я так понимаю, тоже может туда людей напихать, как... Или... Не, нельзя, в этот нельзя. А, ладно, тогда сразу передумал. Даже хотел людей туда... О, Денис отжал мотоцикл у пацана. Да, чувака отжал. А, круто! Вообще! Модно, а чё, белую, да, купил? Ага. Ну это под этот прям, да? Под зиму подходит. Под зиму вообще класс. Mm-hmm. Все. Это мафия, детка. Все, вот можно тебе Карпас сказать, пропиши. Это моя награда за то, что я скрысятничал в Grow Street. Да? Осталось только лицо оттуда. Зарплата твоя. Я так... Да, это если по РП. За нами вот, такая пожалуйста. Рава едет, просто посмотри назад. Там байкеры такие лютые. Байкеры. Жесть. Карпас пропиши. Так как? Карпас. Вот так, смотри. Две С. Ага. Вот, я тебе написал команду, смотри. Видишь? Гермес, Леон, Грант, 100% состояние и... Есть. Типа все ништяк, да? Угу. Подзанашивает только. Ну, да, и реально мне сейчас это все начинает отдаленно напоминать мафию. Вторую. Начало. Теперь у тебя личный трансфер, личный дом, все четко. Что может еще лучше быть? Красота какая. Mm. Ну, в общем, в принципе, на этом все события исчерпаны. И поэтому можно, в принципе, завершать эту часть. И я вам говорю спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на наши каналы. Вот. И всем, как всегда, чего-нибудь сладенького. Тортика, кексика. Вишенки. Вишенки.